Парк-отель «Лазурный берег» расположился на Черноморском побережье в курортном поселке Джимите, живописном месте. Отель стоит на первой береговой линии в 50 метрах собственный оборудованный песчаный пляж. Парк-отель «Лазурный берег» предлагает для размещения номера из разных ценовых категорий, эконом-класса, люкс и апартаменты. Каждый номер оборудован всем, что необходимо для полноценного отдыха. В каждом номере предусмотрены дополнительные места. Причем цена за проживание начинается всего от 1550 рублей за человека, также с трехразовым питанием. На размещение в отеле предусмотрена система скидок на проживание с детьми, а также при раннем бронировании. В каждом корпусе первый этаж оборудован специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всем гостям отеля предоставляется бесплатная парковка. Насладиться отдыхом в парк-отеле «Лазурный берег» смогут и любители безмятежного времяпровождения на пляже, и те, кто любит развлечения и спорт. Здесь предусмотрен отдых для всей семьи. Мероприятия, кафе, спортивные площадки, спа-салон. Совсем маленьким туристам не придется скучать. Они могут купаться в чистом и безопасном бассейне, посетить мероприятия с аниматорами и поиграть на детской площадке. Присмотр детям обеспечен с утра и до позднего вечера. Полноценный отдых в парк-отеле «Лазурный берег» подарит незабываемые впечатления и запомнится и малышам, и взрослым. Адрес: Анапа, поселок Джимите, Пионерский проспект, 234.